Всем привет, друзья! Всем привет! Рекомендую канал Джон Журналист. Пацан снимает реально прикольные страшилки. Советую подписаться, пацан очень крутой. Ну, а теперь я не буду томить, и давайте начнем просмотр. И всем привет, друзья! С вами я, Волкер Ют, и добро пожаловать на мое новое видео по Майнкрафту. И сегодня всех поздравляю с наступающим Новым годом, друзья. Желаю вам всего хорошего, счастья, успехов в школе уже в новом году. Встретимся уже, наверное, завтра в новом. Ну что ж, всех поздравляю. Вы, наверное, видели-ка в начале, я вам рекомендовал пацана, ссылочка на него будет в описании, я забыл сказать. Короче, ребят, я вам хочу кое-что сейчас сказать. Боже, ты зачем ко мне зашел? Смотрите, я вам кое-что хотел сказать. Сегодня я когда спал ночью, я вообще спал очень плохо, мне вообще не спалось, какие-то шумы под моим полом были. Может быть, не знаю, какие-то глюки были или не, ну не глюки точно. Шум какой-то был, не знаю что. Ну, ладно, ребята. Сейчас я, наверное, переключусь от первого лица на камеру. Ну, поставлю нормально. Так, ну что ж, ребята. Наверное, сейчас я возьму, как всегда, свою любимую матышку. Свои семена пшеницы. И вы, наверное, ни за что не догадаетесь, куда я пойду. Правильно, на работу. Да, как же я давно не работал на работе фермером. Ну что ж, погнали. Так, давайте я лучше, наверное, эту грядочку вскопаю. Так вот быстренько вскопали так. Ну как-то да, мне красиво вскопали. Блин. Странно. Ой. Блин, ребята, почему-то так быстро ночь наступает. Да, дорогие ребята. Во. Все. Давайте начнем копать. Только день начался уже. Так, ну что ж. Так, давайте. Сажаем. Так, стоп. Подождите, ребята, я забыл там кое-что сильно взять. Так, давайте, ребят, наверное, пойдем. Откроем дверь вот так вот в наглую. И давайте откроем люк. Блин. Семена пшеницы. Куда-то не туда положил. А. Я подумала, зачем у меня сундук не открывается. Так, сюда. Ну все. Все мы взяли. Так, жители, не копайтесь. Тут у меня в сундуках. У меня в сундуках тут ничего интересного нет. Изумрудов нет. Так. Ну да, ребята, я еще самого себя хочу огорчить. Нового года у меня не будет. Да, ребята, у меня в... Блин. Я тут поломал еще. Ладно, ребята, грядку у нас сегодня, наверное, не получится покопать. Наверное, жители все-таки за меня покопают. Так, что сегодня такое происходит? Блин, опять лаги Майнкрафта. Ладно, ребят, вот. Блин, ну ненавижу, когда... Блин, ну Майнкрафт недоделанный, как всегда. Блин, что такое, я что, прыгаю? Ну, блин. Блин, точно, я же потом думаю, зачем я зашел в инвентарь. Так. Землю уберем и спахиваем. Куда, наверное, тоже так же засаживаем, ребят. Ну ладно, ребят. Житель, ты что, тупой? Ты зачем залез на крышу? Ты что, тебе что, жить надоело? Странный житель какой-то. Он паркур...
Да блин, эти лаги Майнкрафта достали, ребят. Вот ставьте лайк, а вот достали лаги. Вот реально, и еще. Ребята, я вам хочу сказать огромное спасибо. Этот год, наверное, был самым тяжелым в этом году. Но 2021 год будет, наверное, намного лучше. Ой, зачем-то семена выкинул. Ладно, ребят. Слушайте, ребят, вот мне интересно, вот что... Блин, сорян, житель. Блин, стоп, а что такое? Не понял. Ребят, вот вы это тоже видите? Алло. Блин, лаги Майнкрафта. Ну, ребят, ну поставьте ну или лайк. Кого бесят? Кого бесят лаги эти тупые? Надо, наверное, Майнкрафт перезагружать. Короче, ну вот, ребята. Я, наверное, вот так вот-то подумал. Может, дождаться ночи и посмотреть, что там, ну, происходит. Короче, и ладно, давайте, ребят, я дождусь ночи и потом вам покажу, что тут будет. Жители, валите отсюда. Жители, вали отсюда. Все. Все, ребят. О, я пошел спать. Ну что, ребят, наверное, ночью мы узнаем, что это там за шумы у меня такие. Так, всем привет, друзья. Вот сейчас вот наступила ночь, и вот прямо сейчас я проснулся. Вот житель, наверное, боится, что ночь, рейдеры, зомби там придут. Не знаю, кто там. Короче, боятся и решил у меня остаться, я ему разрешил. Что ж, ребята, пора узнать, что там происходит. И... Стоп. Не понял. Алло, это просто дырка, что ли? Алло. Так, ну, может, надо проломать? Блин, я как-то полосы некрасиво проломал. Ну что ж. Давайте посмотрим. Ай! Черт! Ой. Кажется. Давайте... Блин, вот что это такое? Вот можно мне вопрос? Так. Житель, ты не должен этого видеть. Так, странно, вот что это, ребят, такое? Вот скажите мне. Странно, какое-то место непонятное. Что это такое, ребята? Вот скажите мне. Если вы знаете, конечно. О, аквариум. Не, офигеть, это что такое? Это туда живет или нет? А почему именно под моим домом, можно вопрос? Кстати, ребят, я заметил, что у него нож, у него там мачете какая-то и кассеты. Ну ладно, не буду на это внимание даже обращать. У него все сеты брони у Майнкрафта. Стоп, откуда он кольчужину взял? Странно, скрафтил. Ну, ребят, но меня это пугает. Зеленый краситель. Больно. Ребята, вот мне интересно сейчас посмотреть, что у него в сундуке. Так, записка, книга. Ну что ж, ребят, давайте прочитаем ради любопытства. И привет, Аминчик, если ты это читаешь, то ты нашел мой секретный дом. В смысле секретный дом? Я построил дом под твоим домом. Я житель... Чё? Какой еще житель? Житель Чарли давно переехал из нашей деревни. Житель Чарли какой-то непонятный. Ну ладно, меня ищут злые жители, и они хотят меня убить. В смысле убить? И вот я решил построить дом под твоим домом. Спаси меня. Ребята... Вот у меня такое чувство, что житель меня просто пранкует. Построил какой-то дом непонятный. Построил дом какой-то непонятный, хрен его знает зачем. Теперь троллит меня. Вот, ребята, вот скажите, вот почему он это сделал? Вот, кстати, топор. Это лесник какой-то. Блин, ну я никакого жителя Чарли не знаю, ребят, но я говорю. Но спасти его... Не, ну он не издевается. Спасать его, пускай сам спасается. Я тут вам не герой. Ну, ладно, давайте, ребята.
Ребята, может, это какая-то мистика, ребята, или я не знаю, может, житель реально о помощи просит? Ну, ладно, ребята, я, наверное, в следующей серии уже попытаюсь разузнать, зачем житель это все построил и теперь еще пранкует, наверное, меня. Ну, ладно, ребята, давайте вылезем из своего дома. Ой, из этого дома. Житель, 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 тихо, тихо, не обращай на это внимания. Аминчик, а это что там было такое? Нам интересно. Да не спрашивайте, жители, что это там такое. Да там ничего, это просто мой подвал там. А, подвал? Ну хорошо. Ну, блин, ребят, видите, жители, конечно, зануды. Спрашивают, лично спрашивают. Ну, ладно, ребята. Ну, как сказать тут? Ну, ребята, похоже, вот тут вот что-то у нас непонятное происходит. Ну что ж, ребята, если вам сегодняшнее видео понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всех с наступающим Новым годом! Я вас всех обожаю. Всем пока. Пока-пока.